Вы знаете, мы нацелены на то, чтобы показать людям именно налаживание мирной жизни. Война — это очень тяжело, это больно, это все-таки в любом случае, ну, сами понимаете, это беда для всех. Поэтому, конечно же, мы делаем акцент именно на строительстве мирной жизни. Здесь также работает еще пул федеральных журналистов, которые приезжают именно, ну, нацелены на то, чтобы показать людям именно мирную жизнь и именно то, как ее строит Россия, поскольку все-таки эти территории были украинскими. Какие здесь были законы, мы знаем, медицины не было, социальной поддержки не было никакой. Экономика тоже была не в лучшем положении, особенно в последние там 8 лет. Поэтому для людей то, что происходит сейчас, это, конечно, чувствительные перемены, и узнавать об этом им тоже интересно. Мы показываем и заводы, которые, например, были брошены владельцами, и теперь они национализированы. Сегодня они являются государственной собственностью. То есть люди, во-первых, видят, что переходит какое-то важное производство, объекты, имущество, оно переходит от олигархов в государственное управление, оно работает на пользу жителей этой территории. Они видят, что они получают пенсии, пособия, в том числе детские. Работают центры занятости, которые помогают устраиваться на работу. Люди получили возможность пользоваться бесплатной медицинской помощью. У них ее не было бесплатной. Медицина на Украине вся платная до сегодняшнего дня. Конечно, люди все это видят, оценивают, поэтому об этом мы им рассказываем.